Добрый день, меня зовут Константин Гущин, я предприниматель и шестой раз за свою предпринимательскую жизнь меняю направление деятельности. Некоторое время назад мы с супругой, так как она у меня стоматолог, решили открыть клинику и попробовать себя в этом направлении. Для меня это новое направление было, и я искал пример для себя, на кого можно равняться, у кого можно учиться. И неожиданно нашел ребят, команду «Демократ». Я очень восхищен этими ребятами. Каждый из них действительно эксперт. Хочешь узнать, можно ли открыть стоматологическую клинику по франшизе «Демократ» в твоем городе? Прямо сейчас переходи на наш сайт, оставляй заявку и получай полный пакет документов, а именно финансовую модель открытия окупаемости клиники, подробный план открытия и уже готовый скринкаст видео о том, как один из наших партнеров открыл клинику и вышел на выручку 4 миллиона рублей. Прямо сейчас переходи по ссылке в описании под этим видео, вводи свою электронную почту, имя и номер телефона, и в течение 5 минут тебе придет информация в виде смс-сообщения и на почту с полным пакетом документов. Переходи по ссылке в описании этого видео, оставляй заявку и получи полный пакет документов. Каждый из них рефлексирует, улучшается со временем, улучшается и технология их работы, становятся более современными, используют современные методики, такие как CRM-системы, современные методики маркетинга. Недавно была конференция, на которой я присутствовал онлайн, и еще больше я для себя определил, что нам с ребятами по пути. Команда «Демократ», мало того, что у них можно учиться, и учиться много, они еще помогут, я уверен, мне в дальнейшем через сотрудничество, через консалтинг, возможно, и открытие под одним брендом клиник. Так как я не хотел бы останавливаться на одной клинике и мечтаю о сети. Спасибо ребятам, спасибо конференции, я очень благодарен вам. Так, ты еще не подписался? Я тебя очень прошу. Подпишись прямо сейчас, поставь коммент, колокольчик, лайк и так далее.